Для нас это большая честь организовать наш профессиональный архитектурный семинар здесь, в Москве, в мастерской российского архитектора звезды Сергея Скуратова. Это очень особое место, потому что, как вы видите, даже стены тут сделаны из нашего материала, кирпича. И именно поэтому мы хотели провести наш семинар здесь. Хагемайстер — это семейное предприятие, один из ведущих производителей кирпича и брусчатки в Германии. Нашу продукцию широко используют на масштабных проектах в Европе. И мы более 10 лет присутствуем в России. Это очень интересный рынок для нас, потому что здесь есть много ярких, масштабных проектов из кирпича. Поэтому наш семинар посвящен теме городских кварталов. Мы предлагаем на российском рынке широкий спектр продукции, но наше настоящее преимущество в том, что мы можем также производить специальную сортировку и форматы кирпича для проекта в индивидуальном порядке, разрабатывая их совместно с архитектором. Для нас очень важно понимать видение архитектора, какое пространство он хочет создать с использованием кирпича. И в таком случае мы можем найти для него лучшее решение с помощью нашей продукции. Должна сказать еще одну важную вещь. Кирпич — это традиционный материал для России, и, по моему мнению, это лучший материал для создания городского пространства человеческого масштаба. Нам не нужно много объяснять про нашу продукцию здесь, в России, так как все, с кем мы работаем, архитекторы, инвесторы, строители, заказчики, все они уже любят и знают нашу продукцию. Но все же есть немало особых моментов касательно использования кирпича в крупномасштабных проектах, о которых стоит рассказать, и поэтому мы здесь. Мы проводили такой семинар, как мы сейчас впервые организовали здесь, последние 15 лет в Германии. Мы начали 15 лет назад проводить лекции от архитекторов для архитекторов на тему использования кирпича в архитектуре. Поэтому мы подумали, что семинар может быть интересен и для других рынков, для других архитекторов, особенно для российских, потому что здесь они с нашим участием реализуют крупные масштабные проекты. Architects, especially as well for Russian architects, because of the big, large-scaling projects which are here. So. Поэтому нам пришла идея привести этот семинар в Москву, и мы очень рады, что смогли устроить его прямо в садовых кварталах, где мы можем ощутить и увидеть весь тот материал, который тут использован. Мы надеемся, что выступающие на семинаре архитекторы, а также архитекторы, пришедшие их послушать сегодня, познакомятся, и у них получится удачный день, а все выбранные нами темы им покажутся интересными. Я думаю, это всегда большое удовольствие напрямую пообщаться с архитекторами и узнать, какая архитектура им нравится и их интересует, а для архитекторов, какие возможности предоставляет им сегодня кирпич. Поэтому мы думаем, что здесь лучшее место для наших лекций, не только в Германии, но и в Москве, и, возможно, в других странах. Probably in other countries as well.